упражнение, которое помогает нам держать наш живот постоянно в нормальном тонусе, не дает расслабляться мышцам живота. И если это упражнение делать с утра, заряжает нас бодростью и энергией на весь день. Итак, мы ложимся на лапочку, спокойно расслабляемся, ни о чем не думаем, концентрируемся на том упражнении, которое мы сейчас будем с вами делать. И потом, если мы с мыслями собрались, выполняем данное упражнение. На первый взгляд может показаться, что это очень сложное упражнение. На самом деле оно легкое. Если вы, конечно, спортом можете спокойно заниматься, уверенно заниматься, и легкие упражнения, взятые из гимнастики, не составят для вас труда. Попробуйте, испытайте, расскажите об ощущениях. Всем удачи, пока!